Добрый день. Сегодня мы находимся в Ставрополе на выставке Nautil 2022. Сегодня мы представляем компанию SprayTek. Компания SprayTek на мировом рынке находится уже около 28 лет. Мы представляем первый продукт, который компания производит. Называется он FullTek. Это первый продукт, который будет в портфеле компании в России. Это препарат, который не требует регистрации. Это комплексный адъювант с 12 функциями. Он выполняет 12 функций. Первая его базовая задача, что он делает? Он помогает пестицидам работать на 100%. Обычные ПАВы, прилипатели или адъюванты добавляются зачастую в конце рабочего раствора. Задача же у нас FullTek подготовить воду для внесения пестицидов, для того, чтобы пестициды сработали на 100%. Как он работает? Заливается в бак вода на 1/3. Мы заправляем FullTek. FullTek дозировка идет 1 литр на 1 тонну воды. То есть на средний опрыскиватель 3000 литров мы заливаем 3 бутылочки. У него нет гектарной нормы. Первое, что он делает? Он попадает в воду и подготавливает воду. Первое, что? Кондиционер. То есть он инактивирует кальций, магний, железо, все вредные вещества, которые у нас находятся в воде. Он делает воду мягкой. Вторая его задача, что он делает? Он корректирует pH, уровень pH. При такой дозировке литр на тонну он снижает pH на 2 единицы. Третье, что он делает, это функцию пеногашения, так как мы добавляем гербициды зачастую, которые очень сильно пенятся. Он делает воду такой, что пены не образуются. Следующее, что мы делаем, добавляем пестициды в бак опрыскивателя и начинаем обработку. Обработку мы что мы видим? Первое, что он является еще, у него есть такая функция, как антиснос, ветровой. То есть можем даже работать при скорости ветра 9, ну, делали эксперимент до 12 метров в секунду, и раствор равномерно ложился. Что он делает? Он делает все капли равномерными. То есть у нас есть три вида капель. Крупная, средняя и мелкая. FullTek же он делает все капли равномерными, одинаковыми. Обычно у нас 30% мелкодисперсных капель испаряется, 30% примерно крупных капель скатываются с листа и попадает порядка там. И уже на растение попадает порядка там 40% рабочего раствора, которое может прилипло, может не прилипло, также скатилось. Следующее, что мы видим, используя FullTek, это функцию прилипателя. То есть он прилипает, дальше функция растекателя, он растекается и проникает уже в само растение. Здесь плюс у нас какой? Препарат разработан в Бразилии. В Бразилии всегда достаточно жарко, потому что она находится практически у экватора. И даже ночью в Бразилии погода 23, 25, 27 градусов, и обрабатывать в холодную погоду не получается. Поэтому и создали FullTek, что можно его обрабатывать, им обрабатывать и днем. Потому что он как функция антииспарения у него есть и быстрое проникновение. Максимум 40 минут, и весь рабочий раствор впитался и попал. 95% раствора, которое вылетело из форсунок, попадает в само растение. Далее, что у нас есть? Транслокация, функция такая, транслокация в FullTek, это он ускоряет обменный процесс внутри растений. То есть, если мы убиваем сорняк, все до самого корня проходит, и сорняк убивается там на 4-5 дней раньше. Если же мы работаем фунгицидом, фунгицид срабатывает раньше по всему растению, не только там, куда попал, а по всему растению. Следующее. Есть функция антистрессанта. То есть если мы работаем гербицидами по сорняку, а культурное растение
на культурное растение также попадает гербицид, он испытывает стресс там, от недели до двух недель, желтеет, болеет и не растет. Здесь же, когда мы добавляем Фультек, есть антистрессант в препарате, и растение продолжает свой рост. То есть мы делаем разрез, где обрабатываем без Фультек, с Фультек, и на разнице уже заметно видно, что там, где обработали с Фультек, например, гербицидное, фунгицидное, меньше болезней и выше рост самого растения. И за счет всех этих функций мы можем понижать норму вылива воды рабочего раствора. К примеру, если вы выливаете 200 литров на гектар жидкости, благодаря всем этим функциям можно снижать до 100 литров на гектар, а в некоторых случаях до 50 литров на гектар. Но опять же, все зависит от определенного вида пестицидов, от региона, от воды, от погодных условий, поэтому здесь все индивидуально. Следующие препараты, которые будут в портфеле, да, компании, это будет стимулятор роста, протравители семян. Они уже также содержат все функции Фультека в себе, плюс есть еще дополнительные. Вот. Базируемся мы в городе Ростове-на-Дону. Нас можно найти как по телефону, так и по интернету. Мы практически сейчас участвуем во всех выставках. У нас есть в штате свои агрономы, которые консультируют по агрономии и по применению препарата, по совместимости препаратов. В принципе, Фультек совместим со всеми препаратами, но мы рекомендуем с осторожностью относиться к применению с КАСом, с карбамидом и с биопрепаратами, так как они тоже понижают уровень pH, и можно сильно повысить кислотность и сделать ожог. Поэтому с этими препаратами нужно аккуратно. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы участвуем в выставке «Ноутил-2022». Город Михайлов, Ставропольский край. Очень многие на сегодняшний день задают самый главный вопрос о возможности поставки какого-либо импортного качественного оборудования. Вот, на сегодняшний день у нас до настоящего времени производится поставка оборудования. Это могут быть сеялки, это могут быть опрыскиватели, прицепные, самоходные, сеялки для прямого посева исключительно. Вот, жатки кукурузные также мы можем поставлять. Да, логистика немножко у нас увеличилась. Это прибавка в районе 20 дополнительных дней. Заказы сеялок, ну и всей, в принципе, техники сейчас достаточно такое большое количество. Но, однако, из-за загруженности всех заводов, да, это все увеличено только в логистике. По наличию у нас тоже есть определенное оборудование. Привозим, растамаживаем. Поэтому всегда рады каждому новому нашему клиенту, новому собственнику любого агрегата для выращивания зерновых культур, пропашных культур, ну и основных сельхозкультур.